Друзья, откладывать больше нет времени. Хватит откладывать свою молодость, здоровье и красоту в непонятно какой долгий ящик. Друзья, можно много лет заниматься самооправданием. Ну ничего, у меня всего лишь 10 килограмм лишнего веса, а моя подружка, она больше меня. Ничего, меня и такую муж любит. Ничего, страшно на себя смотреть голую без 100 грамм коньяка. Ну ничего страшного. Это же, ну мне же просто больше 40 лет, что же вы хотели? Да, я с вами согласна, можно много искать оправданий, но знаете, потеря эстетики, это не просто потеря эстетики, с которой вы смирились. Но это еще и потеря здоровья. Оно где-то рядом. Огромное количество людей приходит в систему старости нет, 80-летние, после онкологии, после каких-то тяжелых передряг по здоровью, после инсультов. Это те люди, которых уже клюнул петух, и они понимают, что самая большая ценность – это здоровье. Если вы его еще не растеряли, но есть звоночки по эстетике, вам самое время. Слушайте, система «Старости нет» – это отработанная программа, которая дает гарантированный, крутой, качественный результат. За счет информационной части я просто педагог с большим стажем в плане здоровья. Так уж получилось, я больше педагог, чем доктор. Вот. И целебный чат, где те люди, больше тысячи людей, которые уже получают результат, которых уже открываются глазки, и они уже по-другому себя ощущают в своем теле. Это и мотивация, это и помощь, это взаимная поддержка. Я считаю, что это реально революционно. Нет ни одного равнодушного человека в системе «Старости нет». Сегодня, 1 и 2 августа, я предлагаю большую скидку на систему «Старости нет», просто присоединяйтесь. А присоединившись на 6 или на 12 ступень, вы попадаете в чат, где отвечаю лично я. И последние 27 человек может попасть в этот чат, потому что меняется ситуация, я просто уже не успеваю. И больше такого никогда не будет. С этого момента и дальше в чатах будут отвечать только кураторы, замечательные, качественно подготовленные кураторы. Но если вы хотите успеть и пообщаться в чате вместе со мной, конечно же, присоединяйтесь прямо сегодня. Не откладывайте. Обратного пути уже нет. До встречи.